Сегодня в программе. Принес свиную башку и копыта и варил холодец на нашем газу. Я холодец варил для тебя же, Ольга, для тебя. И раньше ты очень даже его любила, этот холодец. Разлюбила. Мужчина решил пожалеть брошенную жену, вернуться. Самой большой неожиданностью в жизни стало для него то, что дверь открыла не безутешная бывшая, а ее новый муж, молодой, сильный, агрессивный. Я бы никогда не взяла у пожилого человека квартиру. Ну как, я работаю? Зачем меня взяли тогда в соцзащиту? Это ты мне сама подарила. Одинокая пенсионерка готова считать внучкой любую, кто скажет ей доброе слово. Но должна ли она расплатиться за улыбку своей квартирой? Решит суд. Дубленку мою продал, сапоги продал. У меня лекарства, я инвалид. Я ничего у тебя не брал. Ты что рассказываешь, мать? Сын превратил жизнь пожилой матери в кошмар. Удастся ли несчастной женщине отстоять свои интересы и разъехаться с домашним тираном? Истец просит выселить бывшего мужа из квартиры и возместить расходы на оплату коммунальных услуг. Ответчик иск не признает. Слушается дело по иску о признании утратившим право на жилплощадь, снятии с регистрационного учета по месту жительства и взыскании доли в оплате жилья и коммунальных услуг в размере 57 500 рублей. Истец Гулькина Ольга Александровна, ответчик Никонов Борис Михайлович, предъявлен встречный иск о вселении и нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. При рассмотрении данного дела в зале присутствует прокурор. Присаживайтесь, пожалуйста. Истец, изложите ваши исковые требования. Мне нужно взыскать с моего бывшего мужа Бориса сумму оплаты услуг ЖКХ и признать его утратившим право на жилое помещение. За какой период? 2 года. Услуги? Два года, Ваша честь. Мы в разводе 2 года. Год назад я вышла снова замуж. Месяц назад у нас родился ребенок. Но спустя 2 года все равно мой муж бывший посещает квартиру нашу и пользуется всеми благами цивилизации. Ноутбуком, он в ванной, вода, свет, счетчики. Все это капает, тикает. И я прошу, чтобы он, если это все крутится... Кому принадлежит квартира? Квартира наша муниципальная, я ответственный квартиросъемщик, я ее не могу приватизировать. Ее выделяли вообще моей матери в 99-м году, у меня есть договор. Вот, квартира по социальному найму, и у меня большие проблемы из-за этого, я не могу ее приватизировать. И не сможешь? Впрочем. А сколько лет вы прожили в браке? 3 года. 3 года. И 2 года назад вы брак расторгли, да? Расторгли, да, совершенно верно. Скажите, а ваш новый муж тоже зарегистрирован в этой квартире? Я хочу зарегистрировать нового мужа, поскольку он приезжий, ему нужно на работу. То есть вам мало старого мужа зарегистрировано в квартире, вы хотите и нового зарегистрировать? А потом будет еще следующий муж. Ответчик, а вас сейчас вообще никто не спрашивает. Скажите, на каком основании вы просите снять ответчика с регистрационного учета? Потому что он утратил право, мы с ним в разводе, и он не платит 2 года коммунальные платежи. Я, бедная женщина, плачу 2 года, у меня квитанции, я прошу половину суммы половину с него взыскать. Да. То есть получается, что из взрослых людей зарегистрированы вы, из совершеннолетних, и ваш бывший муж. Да. И еще зарегистрирован ребенок. Да, месяц ваш назад. Ваш ребенок. Мой ребенок месяц назад. Хорошо, передайте, пожалуйста, документы. Захотела тоже. Скажите, а вы обращались с заявлением о разделении лицевых счетов? Я писала письмо официальное в муниципалитет о разделении лицевых счетов, так. Но мне пришел официальный отказ. Почему? Что это только через суд возможно. Хорошо, пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску. Ну, разумеется, Ваша честь, я этот иск не признаю, потому что мне в этой квартире жить не дают, физически не дают, да, потому что вот этот новый мужчина, с которым связала свою, возможно, судьбу, после того, как мы развелись, я поехал жить к своей маме, да, у нее однокомнатная квартира, там никаких совершенно нет условий даже для проживания одного человека, да, не говоря о том, чтобы там 2 человека жили. Угу. После этого, Ваша честь, я предпринял попытку
пожить с другой женщиной. Но эта попытка провалилась, и я осознал абсолютно точно для себя, ясно я осознал, что я хочу вернуться в этот дом, я хочу жить, продолжать жить с Ольгой. Но как выяснилось, Ольга привела какого-то двухметрового деревенщину, который не дает мне входить в квартиру, в которой я официально имею право не просто находиться, а проживать. Он двухметровый боксер, то есть у него полностью отбитые мозги, он не хочет работать и прикрывается тем, что у него нет регистрации. Он угрожает меня убить. Он один раз спустил меня с лестницы, но это уголовщина, вы как понимаете, да, ваша честь? Он спустил меня с лестницы и сказал, что если я еще раз там появлюсь, он меня убьет. А как ты представляешь, в однокомнатной квартире 4 человека, ты с нами будешь? Одну секундочку. Я пошел к участковому, обратился в полицию. Они пришли, но все, чем они смогли помочь, они проверили его регистрацию, оказалось, что у него нет постоянной регистрации в Москве, но его оттуда не выселили. Но ему как бы устно внушили, чтобы он не мешал мне там находиться, потому что, ну, официально понятно, да, я там зарегистрирован, а он квартиру. Нет. Я требую следующее. Я хочу иметь возможность там жить с Ольгой. Если Ольга хочет... Я замужем. Я понимаю, что ты замужем. Мне негде жить. Вами предъявлен встречный иск о вселении и нечинении препятствий. Да, я хочу, соответственно, выдвинуть встречный иск о том, чтобы меня не мешали мне там находиться, не просто находиться, а проживать. Я на это имею полное квартира право. Квартира однокомнатная? Квартира небольшая, однокомнатная. Окей, где вы собираетесь но этот проживать? Дом, ваша честь, этот дом, он находится под снос. После того, как его снесут, мне наконец-то... Ну, может быть, вам остаться... Подождите, истец. Может быть, вам остаться там зарегистрированным, подождать, когда снесут и где мне дом? А если вы меня спрашиваете? Мне негде жить, ваша Послушайте, честь. Послушайте, вы пришли в дом родителей жены. Вас там зарегистрировали. А теперь вы хотите мешать ее личной жизни... Мешать ее семейному счастью и так далее. Это не ваше дело. Ваша честь, этот человек, я готов пойти на компромисс, сделать одолжение вот ей, я готов пойти на компромисс, чтобы мы какое-то время сожительствовали вместе, но мне не мешали это делать. И после того, как этот дом пойдет под снос, мне выделят наконец-то мое собственное жилье. И если Ольга захочет дальше продолжать жить с этим деревенщиной, пусть они дальше живут у себя. Как вы собираетесь сожительствовать с бывшим мужем истицы? Ну, ваша честь, мне некуда деваться. В однокомнатной квартире с боксером. Ну, так этот боксер, если его усмирят, во многом благодаря вашему справедливому решению, то... Это вряд ли. Ну, в смысле вряд ли, ваша честь. Он угрожает меня убить. Вы считаете это нормально? Мы находимся на суде с вами. Нет, я считаю нормальным... Он угрожал моей жизни, тот факт, что вот он недоволен вашим присутствием в квартире. А он ничего не делает. Он заселился, он год. Она хочет, чтобы я заплатил за какие-то крохи, за какие-то капли. А почему вы не платите, кстати говоря? И как вы относитесь к тому, что предъявлен иск о взыскании с вас половину коммунальных... Я пользуюсь какими-то крохами, иногда находясь в своем же жилом помещении под угрозой жизни... А этот человек проживает там уже год, не платит ни копейки. Он опуривает всю квартиру, принес свиную башку и копыта и варил холодец на нашем газу. Я холодец варил для тебя же, Ольга, для тебя. И раньше ты очень даже его любила, этот холодец. Разлюбила. Так вот, то, что накрутилось за этот год проживания там вот этого человека, это просто с лихвой компенсирует те какие-то капли и какие-то крохи, не знаю, куба сантиметры воды, которые считает мне вот эта женщина. А я год назад вышла замуж, Поняла. А другой год. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я бы никогда не взяла у пожилого человека квартиру. Ну как, я работаю, зачем меня взяли тогда в соцзащиту? Это ты мне сама подарила. Сотрудница соцзащиты уверила старушку, что она ее внучка, и получила в подарок квартиру. Но кем приходится девушка-пенсионерке на самом деле? Дубленку мою продал, сапоги продал. У меня лекарства, я инвалид. Я ничего у тебя не брал! Ты что рассказываешь, мать? Пенсионерка мечтает о тихой и спокойной старости. Но оправдывает ли цель средства, если для этого необходимо вышвырнуть на улицу собственного сына? Оглашается решение суда. Суд принял решение в удовлетворение первоначального иска о признании бывшего супруга, утратившим право пользования в квартире, снятия с регистрационного учета, отказать. Но удовлетворить исковые требования о взыскании половины суммы оплаты за коммунальные платежи. Встречный иск суд принял решение удовлетворить в полном объеме и вселить бывшего супруга в квартиру, обязать ответчицу не чинить ему препятствий в пользовании квартиры.
Бывший муж, то есть ответчик, имеет равное с истицей право пользования в квартире, что подтверждается договором социального найма и выпиской из домовой книги в том числе. Кроме того, отказав в первоначальном иске и удовлетворяя встречный иск, суд также разъясняет сторонам, что в соответствии со статьей 69, часть 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, бывший член семьи несет самостоятельную ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. Я надеюсь, что ответчику это понятно. Это как раз касается расходов, которые вы обязаны нести вне зависимости от того, какие обстоятельства у вас складываются. Размер участия в расходах и оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяется, исходя из приходящейся на бывшего члена семьи доли общей площади жилого помещения. Это предусмотрено статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. Поэтому суд взыскивает именно половину стоимости, исключая тот месяц, когда был прописан ребенок истицы, то есть один месяц, делятся коммунальные платежи на три части. То есть, соответственно, последующие платежи вы должны вносить в размере 1/3 от общих коммунальных платежей. В то же время, совершенно верно, истец, вам отказали в разделе лицевых счетов, и вы имеете право, как и вы, собственно, обратиться в суд с таким иском, чтобы вам разделили лицевые счета, и у вас уже не возникало трудностей при оплате коммунальных платежей. Ваша доля, ответчик, будет составлять 1/3. Ну и, соответственно, истец не должна препятствовать ответчику в пользовании жилого помещения. К сожалению, ответчик, я не понимаю, чему вы радуетесь, и не очень понимаю, как вы собираетесь проживать в однокомнатной квартире, где живет ваша жена со своей семьей. Дело закрыто. Прошу всех встать. Если хочешь, я эти 57,5 тысяч округлю до 60, если ты хочешь этого. Если тебе важна каждая копейка. Вот, дальше, Ольга, дальше вполне, этот дом снесут. А может, его 10 лет не снесут? Ну, тогда будем тесниться. Я тебя уверяю, что за это время ты поймешь, что этот тупой боксер, кстати, ничего не имею против представителей этой профессии, но за исключением вот этого человека, ты поймешь, что тебе с ним не по пути. Он просто тобой пользуется, Оля. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить. Мой иск удовлетворен частично, материальная часть. Я говорю спасибо судье за то, что удовлетворена. Это большая гора с плеч у меня упала. Но то, что не сняли с регистрационного учета моего бывшего мужа, это я просто не представляю, как мы будем в 30 метрах, моя новая семья и бывший муж, как мы будем там вообще размещаться. Самое главное – это то, что мне разрешили жить в том помещении, в котором, собственно, я и должен жить по закону, пока решится этот вопрос, и у меня появится какое-то свое собственное жилье. Ну, а та сумма, о которой говорила моя бывшая супруга, 57,5 тысяч рублей, я ей ее легко восполню, даже округлю до 60 тысяч. У судьи нет права на эмоции. Не надо только из меня тут ведьму делать. Заметьте, не я это сказала. Вы никогда не узнаете, что она чувствует на самом деле. Но вы женщина, вы должны понять меня. Я судья. Я буду выносить решение на основании закона. Но будьте уверены, Елена Кутьина знает, как защитить слабого законным решением. Послушайте, трое взрослых детей, вы не можете договориться, чтобы одну мать содержать. Позор. Это дела семейные. Вы просите разделить имущество. Да, обязательно. Мы даже ложь не будем делить. И крупу, и сахар. Я с ними буду все делить. Долгожданные премьеры. Каждый будний день в 15:00 на нашем телеканале. Ответчик, если вы снимете штаны, я вас оштрафую. Истец требует признать недействительным договор дарения квартиры, как заключенный с нарушением требований закона. Ответчик с иском не согласна, потому что она близкий родственник истца. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Я, Сковородникова Валентина Егоровна, пришла в суд, чтобы вы мне, пожилой, одинокой женщине, помогли вернуть мне мою квартиру, которую я собственными руками подписала аферистке. Дарственную я подписала. Вы знаете, я живу одна, муж у меня давно умер, и я жила одна
спокойно, тихо. Вдруг мне из соцопеки прислали помощницу. Такая хорошая, казалось бы, девочка. Казалось бы, чего ей от меня надо. Она мне помогала, да, я не спорю. Ну так, тихонечко. И вдруг она объявила, что она моя внучка. Вы знаете, это было как снег на голову. Я не могла в это поверить, но как она расписала все так, что и сын ездил в командировки, и там познакомился с ее матерью, и он даже проведывал их, когда был жив. Да, все именно так и было. А потом вдруг... Давайте я у вас буду еще и помогать, не как из соцопеки, потому что как ваша внучка, я возьми да и скажи, да и живи у меня. А потом, сидя, расплакавшись, мы сожалели о том, что такая ее жизнь была трудная и тяжелая. Я сама и такую жизнь прожила. Я говорю, переезжай ко мне насовсем, и я тебе отпишу квартиру, подарственную сделаю. Там дети в достатке живут. Далеко. А ты же все-таки как внучка моя. И вот я отписала квартиру, живу, ничего не подозревая. Она как начала ходить, меня к врачам водить, и то, и все. Вот. Так врачам есть, почему? По здоровью? Да, по здоровью. Никогда в жизни ничего я не болела. И вдруг я заболела, и притом так заболела. За тобой никто не ухаживал и не следил. Откуда вот, ты знаешь, болела вот ты или врач, нет? Вот врач, которому она мне привела, он первый сказал, что я с какими-то отклонениями в здоровье. И она стала подтверждать. Вот, вот договор дарения, который я подписала. Почему мне все это в телефоне показываете? Да еще и в айфоне. Вот, она все фотографирует, понимаете, ваша честь. А телефон не подарила она. Причем этот телефон, да, для связи, а не для фотографий. Причем она фотографирует не только вот диспансеры, да, там вот эти вот, которые вы сейчас увидите, не только хранит фотографии наши, но и фотографирует мусорки, гаражи, то, что она подбирает с них. На всякий случай. Это я половину еще удалила. А я даже сфотографировала вот этот вот диспансер, который хотят меня определить. Вот я краем уха услышала. Когда я была с квартирой, никто меня туда не хотел. Ваша честь, вы слышите диспансер, куда я хочу ее определить? Квартиру подарила, я стала чокнутая. Ну так что, внучка это ваша или не внучка? Нет, не внучка. Откуда вы знаете? Вы знаете, когда я услышала, что меня хотят определить в психдиспансер, я сразу заволновалась. Думаю, вот это да, сейчас ей избавиться от меня. Я бегом позвонила невестке. Невестка тут же приехала и сказала, не может быть. У моего мужа нигде на стороне детей не должно быть. И не было. И я ему верю. Я тоже верю. Вот, ваша честь. А что, ты мне тогда тоже верила? Почему ты мне тогда верила, а сейчас ей? Это все из-за того, что невестка приехала, ее настропалила. А вам не приходило в голову генетическую экспертизу провести? Она подсунула мне, говорит, провела. Ну как это провела? Вы должны были анализы сдавать. Не знаю, как это она умудрилась. С кем она проводила эту экспертизу, я не знаю. Я вот чувствую, что она аферистка. Надо было фотографировать. Поздно сфотографировать. Так, но тем не менее квартиру вы подарили. Подарила. Скажите, пожалуйста, постами. А квартиру вы подарили под условием? Или нет, вообще просто подарили просто и все? Просто подарила, мне ее жалко было. Не указано было в договоре условия о вашем пожизненном проживании в квартире? Ничего там не указано. Не указано. Ничего. Документ есть, договор купли-продажи? Ой, договор вот дарения. Он, вот он. Договор дарения. Передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Угу, спасибо. Так, договор дарения. Без условий. Просто... Так, ну хорошо, слушаю вас, ответчик. Бабушка, может быть, хватит устраивать этот цирк? Так вы внучка или не внучка? Начнем с этого. Не внучка. Я внучка. И когда мне дарили квартиру, бабушка была в здравом уме и рассудке. Мы пошли сейчас к нотариусу. А сейчас? Сейчас я вам объясню. Я начала замечать по протяжении полтора месяца, по истечении, точнее, полтора месяца, я начала замечать у нее отклонения. Какие? Она начала, во-первых, фотографировать все на телефон. Потом она начала одеваться, тащить все домой. Это одеяло, куртки, башмаки. Ничего она вот в помещении всегда, посмотрите, вот так одевается. Дома я живу вместе с ней.
у нас в квартире тепло. Вот сейчас я вам покажу, она одевается в каком состоянии время, так она моя потеет, квартира. От нее пахнет, я за ней ухаживаю. Там половина вот этих вот покрывал, они одно на одно сложены, понимаете? Уже некуда, и это все воняет. И что-то она не отдает прям, представляете? Ничего не заметила лишнего. Она заметила вот, только кстати, лишние твои вещи, и мы с ней выставили их вот, за и дверь. Вот, кстати, вот это не она говорит, это невестка в ней говорит. Потому что на самом деле, где была твоя невестка, пока я за тобой ухаживала? Никакого звоночка, невесточки, ничего от нее не было. А скажите, пожалуйста, вообще, я к ИСУ сейчас обращаюсь, а за вами требовался уход? Не требовался. Требовался. Нет. В общем, у нее проблемы с сердцем. Этот документ доказывает то, что за ней нужен был уход. Соответственно, мы... Слушайте, я ну это очень деньги. Странно, отвечу. Ой. У вас имеется документ о том, что у нее проблемы с сердцем? А, естественно, не в курсе, что у нее проблемы с сердцем. Так она не помнит. Вы о понимаете? Чем? О я... том, что у нее сердце больное? Да, она не помнит ничего. Я сейчас вам объясню. Когда я заметила в ней отклонение, я повела ее в психдиспансер. И мне дали выписку, что она действительно, у нее начальная стадия маразма. Понимаете? И за ней нужен уход еще вдвойне. Причем я не опеку стала оформлять из-за того, что мне сказал доктор. Мы начали водить ее, вот, кстати, вот в этот психдиспансер и давать ей таблетки. Ну, он, доктора, соответственно. Угу. Кто вас вообще на это уполномочил? Скажите мне, пожалуйста. Я пошла к ее терапевту спросить, что с ней делать дальше. Вы пошли туда как соцработник? Как соцработник. Пошла, потому что я ухаживаю за ней, соответственно. Угу. Ну и, извините, и как внучка тоже. То есть тоже. Вы сейчас тоже жалко. Работаете, имеется справка с места работы? Да, конечно, у меня есть трудовой договор, в котором, кстати, и написано, что я не имею права совершать двусторонних гражданско-правовых сделок. То, что я бы никогда не взяла у пожилого человека квартиру. Ну как, я работаю, взяла? Зачем меня взяли? Так, давайте тогда вернемся к вашим родственным отношениям. Вот что мы родственники, я могу доказать. Доказывайте. У меня есть ДНК-тест. Угу. Я его сделала сама. Каким образом? Что значит анонимно? Каким образом? Нет, не анонимно. Нет, ну подождите. Мы вместе поехали. Вместе поехали куда? В больницу. В какую? Которая находится в Сокольниках. Так. И поехали и сделали ДНК-тест вместе. Почему тогда истец об этом не знает? Ваша честь, у меня старческая деменция, которая прогрессирует. Это мне сказал ее доктор, которому я ее отвела. И она не несет ответственность за свои действия и поступки. И слова, соответственно. Если она не несет ответ, как бы не может отдавать отчет своим действиям, то она и не может заключать договор дарения. Так она была в здравом уме до этого. Откуда вы знаете? Потому у что вас у справка нее... есть об этом? Нет, у меня нет что справки, же у нее через потому месяц что действительно... после того, как она квартиру вам подарила, вдруг наступила деменция? Ну, потому что я начала замечать, что она фотографирует все и показывает. И причем соседки, то есть ее подружки, говорили о том, что «А что происходит, Олеся? Почему она так себя ведет?» Зачем она тащит все? Это, ну, как бы обсуждалось. Документы передайте, пожалуйста. И медицинские в том числе. Так, теперь скажите, пожалуйста, истец, в какую поликлинику вы обычно обращаетесь? Вы же иногда я обращаетесь никогда, в поликлинику? Никогда никуда не обращалась, слава богу. А потом появился Но когда работали, зашли. Ну, когда работали, если больничный взять. А, ну, вот когда работала, вот я работала на железной дороге. Вот по месту жительства, по месту, да? Или у вас ведомственная была? А, ведомственная была поликлиника. Так. И я вот и скажите, ездила, карта там у вас осталась? И там у меня и карта, наверное, осталась, потому что я больше никуда не переводилась. Угу. А вот потом стала... соцработник возить меня на такси, чтобы я нигде не утруждалась. Скажите, пожалуйста, а что касается психиатрического освидетельствования, вот у вас тут выписка представлена, почему вы не пошли по месту жительства? Так, мы пошли к терапевту по месту жительства, который отправил нас именно сюда. Именно в эту, потому что он сказал, знаете, где рассчитывать... направление терапевта, что он вас отправил, где указано, что он отправил это вас... Это находится в ее карточке, которая лежит по месту жительства у нее. Угу. И там мне сказали Скажите, сделать истец, вот вы ездили, сдавали анализы для теста ДНК? Ничего я не знаю. Ничего мне не говорили, и ничего я не знаю. Бабушка, я сдавала миллион анализов, каких я только не знаю. Каких я только не знаю. Вот что она скажет, меня повезет, за ручку приведет, посадит. Вам надо сюда, вам надо сюда, вам надо вот то, вот то. И я вот, знаете, как истукан ходила.
Так вот, понимаете, она сама говорит, что она как истукан ходила, потому что она мне доверяла и верила, и я действительно ничего плохого не хотела. Я бы ни за что в жизни не отобрала квартиру. Вы что? Зачем меня взяли? Тут удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Дубленку мою продал, сапоги продал. У меня лекарства, я инвалид. Я ничего у тебя не брал! Ты что рассказываешь, мать? Сын превратил жизнь пожилой матери в кошмар. Удастся ли несчастной женщине отстоять свои интересы и разъехаться с домашним тираном? Суд принял решение иск удовлетворить, признать недействительным договор дарения квартиры, заключенный между истицей и ответчицей, и возвратить квартиру в собственность истицы. Суд признает договор дарения квартиры недействительным, так как он был заключен с нарушением требований закона. На момент заключения оспариваемого договора дарения ответчица являлась работником службы социальной защиты населения и как социальный работник обслуживала истицу. А в соответствии со статьей 575, часть 1, пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещается дарение работникам, оказывающим социальные услуги, гражданами, которых они обслуживают. То есть при заключении данного договора были нарушены требования закона. Поэтому суд признает данный договор дарения недействительным. Суд полагает, что ответчица ввела в заблуждение истца и не доверяет тесту ДНК. Установление фактов родственных отношений происходит только в судебном порядке. И в случае, если вы являетесь родственниками, то ответчик, вы тогда должны были обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта родственных отношений и в судебном порядке с проведением судебной экспертизы доказывать, что вы являетесь кровной родственницей истца. Этого сделано не было, поэтому тот тест, который вы представили, суд не принимает как допустимое доказательство. Кроме того, вызывают сомнения и иные документы, представленные ответчиком, медицинские документы о наличии заболеваний у истца, так как все обследования были проведены не по месту жительства, а в разных клиниках города Москвы, что является по меньшей мере странным. Поэтому совершенно непонятно, зачем вы таскали пожилую женщину по всем этим клиникам. И именно поэтому суд удовлетворяет иск в полном объеме. И, пожалуйста, верните квартиру. Кроме того, суд принимает частное определение в адрес опеки, где вы работаете, с изложением всех фактов, которые установлены в суде. Также будет направлено частное определение в правоохранительные органы для того, чтобы при рассмотрении данного вопроса было выяснено, не содержатся ли какие бы то ни было составляющие уголовного характера в ваших действиях, уважаемый ответчик. А именно дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Спасибо суду. Справедливость восторжествовала. И хорошо, что ее бы еще наказать. Вот аферистку такую. Дарила она мне квартиру не как соцработнику, а своей внучке. Я ухаживала за ней, смотрела, чтобы она вовремя принимала таблетки, чтобы была хорошо одета, чтобы не было этих дебильных фотографий на телефоне. В общем, я хотела как лучше. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Знаешь, Жень, ты знаешь, по-моему, тебя уже пора в дурку. Чего ж там за 3000? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец хочет признать долю сына в квартире незначительной и настаивает на ее продаже. Ответчик отказывается продавать свое единственное жилье.
Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваша честь. Я Чибисова Вера Ивановна, я сегодня истец. Прошу признать долю сына моего Гоши незначительной и обязать его продать его долю мне. Выплатить его... компенсацию, мама, вы, наверное, моя хотите. Доля. Почему я должен ее тебе продавать? Ваша честь, ответчик, можно я встану немножко пожалуйста, подальше? Пожалуйста, порядок в зале судебного заседания. Кому принадлежит квартира? В каких долях? Вот квартира наша очень маленькая. У нас общая квартира. 1/5 часть принадлежит Гошеньке. Угу. Это всего 7 квадратных метров. Угу. Моя оставшаяся часть. То есть это 28 квадратных метров. Угу. Вот. И вам я прошу... принадлежит 4/5? Да, 4/5 доли. Угу. Это незначительная часть. Я прошу вот эту долю мне продать. Ваши... Вы согласны выплатить компенсацию? Да, я согласна выплатить компенсацию. Я не согласен ее продавать. Почему я должен тебе продавать свою часть квартиры? Ответчик. Истец закончит свое выступление, и суд вас спросит, почему вы не согласны. Вся моя вина состоит в том, что я очень любила своего сына Гошу. Если б любила, хату бы ему не забирала. И баловала его, конечно. И сейчас он для меня самый важный человек. Это Гоша. Но дело в том, Ваша честь, что я поняла, что любить тоже надо уметь. И не всякая любовь близ тем, кого мы любим, дает благо. Вот. И поэтому я, наверное, не умею. Но Гоша тоже хорош. Он устроился прекрасно. Он живет сейчас со своей гражданской женой, с Галинкой. Она хорошая женщина. Причем она да любит... Да ты откуда знаешь, как мы живем? Ваша так, ответчик, еще одно замечание я вам делаю и налагаю на вас штраф. Ваша понятно? Честь. Понятно? В размере 1500 рублей сразу. Галинка очень любит Гошу. Она очень любит. Где живет ответчик? Он с вами? Нет, ответчик живет у Галинки. И он там прописан. То есть ответчик в квартире не проживает? Нет. Но я там прописан. Приходит раз. А где зарегистрирован? Собственность раз моя. В месяц обязательно. Угу. И расслабляется. Я его рада тоже видеть. Я его тоже люблю. Там любят, тут любят. И расслабляется. Он пьет по 3-4 дня. Он у меня дубленку мою продал, сапоги продал. У меня лекарства. Я инвалид. Я ничего у тебя не брал. Ты что рассказываешь, мать? Ответчик. Нет денег на лекарства. Так она врет, Ваша честь. Вот потом мне об этом расскажут. Ваша честь, ну посмотрите на меня. У меня наджаплена рука, у меня палец, у меня синяки на шее. Ваша честь, я обращалась уже 3 раза, ходила в травмопункт. У меня есть справки. Мне просто уже даже показаться, вот меня не узнают. Я же преподавала в институте. Меня не узнают ученики. Я не могу так больше жить, Ваша честь. Я не могу так больше жить. Скажите, я наложу пожалуйста, на себя так, руки. Истец, не надо ученики накладывать на себя. Тебя не узнают, потому Губа. Что наркоманы, так, блин, ответчик. Правокуры. Да я накладываю на вас административное взыскание может... в размере полутора. А мне все равно. Судебными приставами будете разбираться потом. Понятно? Гоша меня просто может убить. И опять же сядет. Гошенька, несчастный мой ребенок. Ваша честь, помогите этому горю. Рассмотрите скажите, мое заявление. Значит, я хочу жить со своей подругой, Машей Копыловой. Да. Я поняла сейчас... вас. Подождите, истец. Скажите, пожалуйста, ответчик зарегистрирован по другому адресу, да? По-другому. И проживает по другому адресу. Конечно, конечно. Имеется ли у него в собственности какое-то еще жилье? Нету помимо ничего. Этого. Вот только это. Вот, Ваша честь. Вот документ, что... Хотите только... еще один штраф 1500 рублей? Нет. Сколько стоит квартира? Около 2 миллионов дают. Угу. Но я бы хотела сразу... И сколько полечить? Вы выплатить готовы? Я готова выплатить по 30 тысяч за квадратный метр. 210 тысяч. У меня договор займа с сыном Маши, моей подруги, с которой я хочу проживать в одном доме, я хочу скопить пенсию, я хочу заниматься землей. И... Да поняла они вас ее разводят! Сейчас. Вот они ее разводят! Они только сейчас ответчик, нас выкинут на улицу. Во-первых, на полтона ниже, и, пожалуйста, ваше отношение к иску. Я против этого иска, потому что я имею право на 1/5 доли в этой квартире. Угу. Вот, у меня документ есть. Угу. Вот. Пожалуйста, через судебного пристава передайте. Пожалуйста. Имею право. И я не хочу оттуда выезжать, потому что это моя квартира. Скажите, так же, как и ее. Пожалуйста, где вы зарегистрированы? Я зарегистрирован у девушки, у сожительницы у своей.
почему вы зарегистрированы она в квартире сказала, сожительницы? Давай, мол, будем жить одной семьей, под одной крышей, будешь зарегистрирован у меня, все равно воспитываешь моего сына. Давай, прописывай. Она меня прописала. Там я собственности не имею. Эта квартира ее, она купила ее еще до меня. Дело в том, что Гоша доставалась уже от бабушки, от моего мужа покойного квартиры. Он ее пропил, и он когда выпил, я не ее раз не говорил, пропил, что я свою ее долю тоже продам. Я ее инвестировал, я туда ни копейки не потратил. Что ты мне говоришь? Ответишь. Ремонт мы сделали, да. Куда вы инвестировали денежные средства от продажи квартиры? Я сделал ремонт в этой квартире, вот, в которой мы сейчас живем. Угу. Да, вместе. Ремонт сделал, еврокосметический. Так. Вот. Я купил гараж. Так. Гараж купил. Хотел купить машину. Но денег не хватило. Да. То есть вы хотите сказать, что вы нуждаетесь в этой 1/5? Конечно, ваша честь. У вас заявлен свидетель. С вашей стороны? Да, да. Пожалуйста, кого пригласите свидетеля. Ну кого ты сюда приперла, мать? Са, войдите. Ты моя лучшая подруга. Мы с ней с детства. Родители наши дружили. Ответчик, вот это одно слово и пойдете в коридор. Она тебя разведет. Это черный риэлтор. Так, все, судебный пристав, пожалуйста, покиньте зал. Она и развела меня. Молча покидаем зал. Кто тебя ни с кем не разводил? Это тварь! Сам разошелся. Сам. Спасибо. Ваша пожалуйста, честь, представьтесь. Сильно редко. Меня зовут Копылова Мария Владимировна. Я Верушина, давняя подруга, мы с ней, можно сказать, выросли вместе. Понимаете, дело все в том, что Веруша всю жизнь была везде. Истец. И в школе. Да, угу. Истец. Так. И в школе, и в институте. Она была душой компании. И вы знаете, я приехала год назад, Верушу я не узнала. Я ее увидела, бог знает в каком виде, отвела к врачу. Получилось, что у нее дистрофия. Когда я начала выяснять причину такого вот положения, как только у мамы появляются в кармане деньги, она получает пенсию, появляется Гоша, дай денег, денег. Дай. И вот кроме вот этого «дай денег» и «денег дай» ничего нет. У нее не остается денег даже на лекарства. Не то, что на еду или на что-то еще. Она была в таком виде, когда я ее увидела. Мне просто было страшно. Я сначала ее даже не узнала. Я ее помимо врача потащила в магазин, мы ее одели. Купили ей сапоги, купили дубленку, шапку меховую. Это зима была. Купили рукавицы, сумку, платье. Я пришла через неделю, у нее ничего нету. Я спрашиваю, где? Плачет Гоша. Я спрашиваю, и что ты? Я не могу ничего сделать, он мой сын, он самый любимый. Я понимаю, самый любимый. А в правоохранительные органы обращались? Ни за что не буду обращаться. Это мой сын, ваша честь. Я никогда, никогда. Это вот я пришла и сняла. И это в полицию, не ко мне. В полицию уже относить пытались заявление. Остановилась. Он мой сын, я ничего не могу сделать. Нет, я говорю, безумная нет, материнская любовь, она доходит до такой... Суд удаляется для вынесения решения. Верните, пожалуйста, ответчика. Прошу всех встать. Ответчик, войдите. Спокойно, не плачь, не надо. Сейчас все решится. Коза! В следующей программе. У меня вообще зрение плохое. У меня еще и стресс такой был. Муж застал с другим мужчиной. Нагишом причем. Убитый любовник жены неожиданно воскрес. Как вернуть честное имя тому, кого считали преступником? И наказать тех, кто дал ложные показания? Я хочу получить полностью мою квартиру, а не только супружескую долю. Да ничего ты не можешь получить. Квартира моя. Наследница стала жертвой второй жены отца. Наглая женщина требует подарить ей квартиру. Сможет ли закон защитить права единственной дочери умершего? Кто занимался организацией похорон? Я. Мы занимались организацией похорон. Это наш отец. Мужчина погиб через несколько часов после вступления в брак. Кто виновен в его смерти и что скажет молодая жена его детям? Прошу садиться. Оглашается решение суда. Ответчик, предупреждаю. Один звук. И вы снова уйдете в коридор. Помню. Суд принял решение. Иск об обязании другого собственника заключить договор купли-продажи, принадлежащий ему доле квартиры, оставить без удовлетворения.
суд не может вынести иное решение, так как 1/5 доли квартиры является единственным жильем ответчика. Это во-первых. Во-вторых, суд не может обязать собственника продать другому собственнику свою квартиру или часть своей квартиры, так как данное требование не соответствует нормам закона. В данном случае можно было бы вам, истец, обратиться с другим иском о прекращении права собственности другого собственника с выплатой денежной компенсации, который заявляется на основании статьи 252 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. И основаниями для удовлетворения такого иска являются три условия. Во-первых, если эта доля малозначительна, если ответчик не нуждается в этой доле и не заинтересован в использовании этой доли. В этом случае суд мог бы удовлетворить такие исковые требования. Но я полагаю, что даже в этом случае вам будет отказано. Так как, несмотря на то, что доля малозначительная, все-таки это единственное жилье. Поэтому здесь никаких вариантов быть не может. Я понимаю все про материнскую любовь. Это все понятно. Но вы должны защитить свои права. И если вы не можете защитить свои права таким образом, да, в гражданском судопроизводстве, значит, все-таки вам придется обратиться в правоохранительные органы. И, возможно, это никакое не предательство по отношению к вашему сыну. Ответчик, а вас ждет, видимо, тюрьма. За что? В конечном итоге. Ну, подумайте. Я ее никогда пальцем не трогал. Конечно. Если бы я не видела, я бы молчала. Да ты, гадина, не испортишь мне снова жизнь. Вали к себе в деревню, живи там. Достала тетя Маша своими нравоучениями. Кукарекай ты, кукарекай. Сколько можно? Решение суда. В иске отказать. Решение не в мою пользу. И, видимо, мне придется ходить битой. Я потому что никогда не подам в полицию, не понесу заявление на собственного сына. Эта тетя Маша гадина, она постоянно к нам лезет. Я ей точно голову оторву. Сколько можно матери в уши хрень всякую вливать? Достала! Да это уж я разберусь, ладно? Это суд разберется, ладно? Невероятные истории любви и ненависти. Помирать будешь, не приду. Признание за гранью фола. Приезжаю, а он там с каким-то другим мужиком. Ты его вообще где нашел? Кто это такой? По следам реальных событий в России, Белоруссии, Казахстане. Она же женщина, огонь, огонь. Как такое не интересоваться? Смотрите «Дела семейные». Сынок, ты чё, дурачок? Долгожданные премьеры каждый будний день в 15:00 на нашем телеканале. Иск о расторжении брака удовлетворить.